Здравствуйте! Сейчас мы разберем упражнение для левой руки. Упражнение звучит так. Значит, упражнение состоит из двух элементов. Первый элемент – это октава, которая начинаем мы с нотки до, до на второй струне, до на пятой струне, первым, третьим пальчиком. Эта октавка потом перемещается на полтона выше, то есть до диез, но уже вторым, четвертым пальчиком. То есть нужно сыграть первым, третьим, до диез, вторым, четвертым. Октавка, да? Теперь, второй элемент это терция через октаву. Теперь первый пальчик идет на пятую струну, первый лад си бемоль. И нотка ре третьим пальчиком на третьем ладу второй струны. Си бемоль, ре. И снова поднимаем этот элемент на полтона вверх, си, ре диез. То есть, но уже вторым, четвертым пальчиком. Получается си бемоль ре, си ре диез. Теперь попробуем соединить эти два элемента. Октавка. До диез, си бемоль ре, си ре диез. После того, как мы соединили эти два элемента, нам нужно вернуться обратно, в обратную сторону. То есть мы дошли до си, ре, диез, возвращаемся, опускаем на полтона ниже, си, бемоль, ре. Переходим ко второму элементу, до, диез, и возвращаемся в первоначальное положение, до, до. Вот это первый блок, который будет у нас повторяться, начиная от каждого лада по очереди. То есть мы сейчас начинали от первого лада, когда первый пальчик на первом ладу, то есть первой позиции. Итак, первый блок звучит так целиком. Вот. После того, как мы сыграли первый блок, можно сыграть второй блок. От второго лада, то есть во второй позиции. То же самое, просто повторяется от другого лада. Теперь от третьего лада. И так далее. Вот такое упражнение.